Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. В рамках реализации проекта «Карта убитых дорог» 14 февраля 2017 года был запущен сайт дороги-онф.ру. Зайдя на него, можно проголосовать за ту или иную улицу, отмеченную на карте. Там же можно оставить свой комментарий с фотографиями дороги, которую вы считаете очень важной, но непроходимой одновременно. Результаты голосования будут обнародованы, о них также будут проинформированы местные власти. Возможно, опираясь именно на это голосование, будет сформирован приоритетный список дорог, требующий ремонта.